Вадим Власов показал депутатам регионального парламента видеоролики о безопасности дорожного движения, созданные по заказу регионального Минтранса. Глава областного министерства транспорта и автомобильных дорог доложил на комитете законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству о том, какая работа ведется по пропаганде безопасности дорожного движения среди детей и молодежи. В частности, депутатам были продемонстрированы видеоролики, адресованные школьникам и их родителям, посвященные безопасному переходу через проезжую часть, использованию светоотражающих элементов и правилам перевозки маленьких пассажиров. По словам Вадима Власова, ролики созданы в рамках государственной программы развития транспортной системы Нижегородской области, один из приоритетов которой — повышение безопасности дорожного движения. Видео уже направлено для показа в школы и детские сады области, пояснил парламентариям глава Минтранса. По данным Министерства образования Нижегородской области, образовательные учреждения планируют использовать новые видеоролики в сегодняшней работе. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, в свою очередь, выразили пожелание еще больше активизировать просветительскую работу по вопросам безопасности детей на дорогах. Напомним, согласно данным Госавтоинспекции Нижегородской области, каждое третье ДТП с детьми произошло по неосторожности самих несовершеннолетних.